Ну что, пацаны, всем привет! Прошлое видео вам, опять же, очень понравилось, как и предыдущие видосы. Кто не помнит, вот по вот этой всплывающей штуковине вы поймете, что в прошлый раз мы разбирали челика, который выиграл кэш-кап в соло на пинге 150 на платформ-капе. Это важно. И так как вам показалось это очень легким, потому что я лично читал комментарии, что там пацаны: ой, да это же на платформ-капе, ой, да у него же аим-ассист, ой, да у меня пинг 160, у него 140, ну шо ты можешь, ну почему, ну да я вообще легко бы зашел и взял эти деньги, ну что ты говоришь такое? И я такой: хорошо. Хорошо, у меня есть еще интереснее видео. Здесь Winter Royale, некто Envy Bookie и его друган Крео играют на океане с пингом 260 и берут призовые на Winter Royale. Вы скажете, это легко? Вопрос: в чем дело, парни? В чем дело? Почему вы еще тут? Почему вы не качаете Fortnite, не заходите на океанию, Бразилию, Азию, не знаю, Среднюю Европу, или как там, Middle East, Средний Запад, черт его знает, как там называется этот сервер. Это же так легко. Это же так легко. Парни, почему вы еще здесь ноль ирнинга? Вопрос. Знаете почему? Потому что вы еще не посмотрели мой разбор. Так что досматривайте до конца, а потом го зарабатывать бабки. Смотрим бум с самой первой игры, потому что 250 пинга — это вам не шутки. Вы как бы не сможете никого переезжать на этой самой маршрутке, вы не сможете просто бегать, как это обычно делается, но посмотрим. Посмотрим, как это выглядит. Так что поехали. Hail to the king, baby. Так, он даже строится, самое интересное, Интересно. У него пинг большой или у чела, который его пушил? Это какие-то просто невероятные техники. Там чел только что в обход моста пушил через соло пол. У них 7 киллов уже. Они прыгают в ВС челов, у которых пинг нормальный, и при этом их не убивают? Что? Это, кстати говоря, лейт, 18 человек ремейн. Так. Так, пацаны, сейчас вдвоем они построят эту коробку. Все будет хорошо. Так, нормально. Вторую часть даже не будут строить. Зачем? 15 человек ремейн. Хорошо. Я прям вижу, как чел падает, и только после этого показывается, что его нокнули. А, как видите, они играют довольно агрессивно. Опять же, это 9 ПТС, это 0 ПТС. Соответственно, они могут себе позволить играть агрессивно. Несмотря на то, что у них пинг 250, как я уже и говорил, в этой игре отлично работает стрельба. Абсолютно нет разницы, какой у вас пинг, вы все равно будете попадать. И именно поэтому как бы стрельба в этом случае хоть и рандомная, но она очень сильная. И когда челы, соответственно, порастраиваются довольно странно, вот, допустим, чел просто бежит, он развернулся и снес ему 100 армора. Неплохо. Хорошо. Ну... я не думаю, что Envy Bookie при нормальном пинге застроил бы себе голову. Но как бы это пинг 250. Так, сзади бегут. При этом, кстати говоря, у них хайграунд. Их пытаются ретейкнуть, но у него есть РПГ-ха. РПГ-ха он, очевидно. Я не знаю, почему он до сих пор не релоднул РПГ-ху, но, в принципе, уже не надо, правильно? Отлично. Он даже умудряется в каких-то моментах закрыть чела. Вот это самое забавное. То есть... редачит, ты чё? У меня тут челы, которые смотрят, некоторые на пинге 60 редачить боятся. Говорят, ну пинг 60, редачить, Unreal. Ну минус ноги. Это обидно. Так, занимает ХГшку, прям, знаете, вот в соло атакующую рампу. Занимает ХГ. Зона перемещается, они прям над ручейком. Но пока что это выглядит, знаете, это выглядит так, как будто у них очень сильно лагает, но при этом они все равно значительно сильнее своих оппонентов. Мне будет интересно, как они будут играть на 50-60 ПТС, если, конечно, они не будут обузить подбор. Это просто невероятно, я не знаю, это просто невероятно. Парень, ты в зоне, беги. Кто не знает, на Winter Royale были моменты, что некоторые люди умудрялись обузить систему подбора на матче, систему подбора, точнее, турнира. И таким образом они всегда как бы попадались с людьми из первой катки. 18 киллов плюс победа. Это просто Unreal. Первая игра 33 поинта. Следующая игра 30-35.
Они начинают разговаривать, что там, типа, к нему падают 50-50. В любом случае, у него очень хорошее начало, у него есть дробовик, у него есть миники. Так, отлично, тактос, тактос. Он не будет запиваться? Ну, в смысле? Ну, братан, ну запейся, ну ты чё? Ну, сотка же была. Нет, он всё-таки одну маленькую запил, я так понял. Всё, ожидает. Но... Это позволит моим зрителям сказать: фу, как Криса играл. Они еще и трапу поставили, это жестко. Это просто что-то с чем-то. То есть челы просто бегут на него. Эти челы просто бегут на них и... Ну, пинг как бы здрасте. Получится? О, у него получилось, невероятно. Я смотрю на это и прям вот... Я прям не понимаю некоторые моменты, потому что очевидно, что люди в из них не самые сильные, но при этом пинг очень сильно дает о себе знать. То есть вот в этом моменте после редакта он получил по голове, а чел, который просто, ну, он бы при нормальных условиях не смог вообще среагировать. Так, их, кстати говоря, спреется со всех сторон. Так. Мне кажется, что Крео сейчас останется один. То есть здесь как бы у Буки остается буквально пистолетики, и больше у него ничего нет, и его уже пушат. Как бы люди уже люди начинаются, которые что-то делают. То есть вы сами видите, что у них там викеет прям. Да, это жестко. Это просто невероятный эдит. Так, кажется, это просто новая игра, понял? Пацаны, это, похоже, новая игра. Ну, несмотря на это, они уже заработали 5 ПТС за эту игру. Типа, 2 игры, 40 ПТС. Неплохо. Так, они падают 50-50. Так, уронили. Уронили? Нет, он ногу не сломал даже. Так, у него ничего нет. Ай, нога. Ай, нога. У него очень длинная кирка, я так понимаю. Epic Games, я немного не понимаю, почему вы до сих пор не можете убрать удочки из общего пула? Зачем они нужны в ящиках? Забавно, на самом деле, наблюдать за людьми, которые привыкли строиться нормально. То есть, ну, очевидно, Буки играет как бы с хорошим пингом, там, в районе двадцатки, может, даже и ниже. И при этом, вот он сейчас бежит, и все то, чему он учился обычно в этой игре, оно не работает. Потому что все простраивается очень долго, а строить необходимо. При этом стрельба просто идеально работает. Ты просто смотришь, и регает все, что нужно. Правда, с небольшой задержкой. Примерно в 250 пинга. Ну, к сожалению, он так не работает. Чел успел застроиться. Так, его тиммейт прибежал. Не, ну это как бы майхэмы. Так, начинает спрейить по кусту, хорошо. Не, как вы видите, они даже умудряются встревать в какие-то мидгейм-зарубы. При этом Крео только что упал. Ну и, соответственно, скорее всего, это опять новое. Как бы играем заново. Все, что может делать Буки, это бесконечно строиться вверх. Это действительно единственный вариант для него, потому что по-другому это не работает вообще. Заработали еще 4 ПТС. Четвертая игра, 44 ПТС. У них в среднем получается по 11 ПТС на игру. И в целом, даже если они сейчас продолжат набирать по 4 ПТС за игру, насколько я могу судить, они в итоге наберут около 110. Это уже будут призовые. Ой, он выстрелил сам себя из ракетницы. Нет, стой, это в него выстрелили из ракетницы? Или в кого выстрелили из ракетницы? Он убил его, что? Так, хорошо. Это просто, это нереально. Это просто нереально. С таким, на, говорит, выкидываю нахуй отсюда. Уходи. Я бы хотел для вас прокомментировать как-то их передвижения, их какие-то мувы, но эти мувы, они настолько спонтанны и, по большому счету, они основаны только на каких-то внешних реакциях врагов, потому что у них ничего не строится, вот они бегут и строят, ну, очень мало. Они даже тоннели не простраивают, потому что это нереально. С таким пингом нереально строить тоннели. Хотя чел с пингом 150... Они еще ХГшку сейчас заберут. Не, ну ХГшка в такой игре это просто вин. Я так понимаю, сейчас они выиграют. То есть, несмотря на то, что у них
так скажем, сейчас он отхилится. У них есть ХГшка, у них есть ресы. А походу это все, это вин. Шесть человек. То есть, если с пингом 150 чел хотя бы минимально пытался строить тоннели, треугольные тоннели, медленно, но уверенно он их делал, с пингом 250-225 они этого уже не делают, потому что это просто нереально. Ай, нога. Средняя команда. В любом случае, даже если они сейчас умирают, они заработали за эту игру больше 5 ПТС. Это очень круто. Так, не получается. Хорошо. Одного нокнули, один ХГшку забирает, второй оппонент. Обегает вокруг. Получится? Они взяли победу на 50 ПТС. Это просто Рафлан забей. 66 ПТС на шестой игре. Это очень много. Так, Epic Games, забаньте, пожалуйста. Там махалик. Ой. Контрола плея, тут как бы ничего не скажешь больше. А Крео, похоже, помогать не хочет. У них же вроде должны были быть флопперы. Ну, вот в этом, наверное, и отличие этого пинга. То есть эти парни не могут застраиваться во время перемещения. То есть их перемещение должно быть максимально оправданным. То есть я пытаюсь найти подходящее слово. И, наверное, вот именно оправданным должно быть их перемещение. Потому что иначе их просто сбреют. Как вот было это сейчас с Буки, когда его действительно очень сильно набрили. Ему пришлось садиться, захиливаться и оставлять своего тиммейта в соло. Так, они кого-то еще убивают, 5 киллов. То есть они вот сейчас на перебежках они сделали уже 2 килла. И, к сожалению, вряд ли ему получится убить этого челика. Так, он его уронил. С пингом 200 этот чел умудряется простреливать постройки. Я с пингом 30 не могу этого сделать. Так, это, кажется, его тиммейт в агенте хаоса. РПГ-хи закончили, к сожалению. То есть пытаемся делать выводы. Перемещение максимально адекватное. То есть перемещаться нужно так, чтобы строиться нужно было минимально. Они выиграли эту игру, что? 78 ПТС уже, 93 поинта. Они сыграли 8 игр всего, набрали 93 поинта и заняли 9 место. В итоге у них получилось сыграть буквально 8 игр. КД 9,6. Набрали за 8 игр уже много ПТС. А это 103 ПТС, пацаны. Пинг 220. Поехали. Я не понял, зачем они вообще вставили предыдущую тему. Короче, вообще это убери. Затем несколько игр они вообще пропустили. Не знаю, почему они не показали игры, которые были до этого. Но, в общем, они набрали еще буквально несколько ПТС, 10 ПТС за 2 игры, насколько я понимаю. Это, наверное, это, походу, 9-10 игра. И в целом мы видим, что ничего не меняется. Самое главное — дожить до лейта, пацаны. Самое главное — вы должны правильно передвигаться и выживать. То есть вам не обязательно играть, как эти парни от Слурбзавода, от Нектарной Низины. Потому что, ну, это действительно очень плотное место. И чтобы там играть, нужно аимить хотя бы на очень высоком уровне. Эти парни умеют аимить, и они очень много коммуницируют между собой. То есть можно заметить, как много они вместе атакуют. То есть, да, тут есть какие-то клатч-моменты, когда, допустим, один разменивается, а второй уже добивает двух оппонентов врага, которые там накалены немного. И вот таких моментов очень много. Командная работа! А я о чем говорил? Как вы заметили, стрельба работает очень хорошо, несмотря на пинг. И несмотря на то, что вы видите, что пинг типа уменьшается, на самом деле он как бы все такой же 250. Это только визуалочка, которая под конец каждый раз работает. То есть ты можешь иногда играть такой в начале катки с пингом 60, а в конце тебе показывают, что у тебя пинг 20. Только, ну, так не бывает, к сожалению. Так, давайте пытаемся моделировать то, как вы вдруг, если захотите отыграть кап, должны действовать. Играем от локации, которую вы можете выиграть. Не обязательно, чтобы это была Нектарная Низина. Затем, опять же, у вас должны быть адекватные тропинки, чтобы вы... Это что, диагональный тоннель, который простраивается, правда, за полсекунды?
Но, пацаны, это первый раз, когда я вижу, чтобы они тоннелили. Видимо, это из-за того, что они находятся на каком-то среднем слое, так как они сейчас не на хайграунде. В принципе, нельзя строиться только через конусы. И вот они решают идти медленно, но верно. При этом, кстати, 12 ремей. Они вдвоем в зоне находятся, это что? Добивает, хорошо, хорошо. Нет, это похоронная ГГ. Это ГГ. Сколько у них ПТС? Final game 111. И 111 ПТС, пацаны. 111 ПТС с пингом 240. Матчей сыграно 15. Victory Royals 3. Average Elements 4.4. Average Placement 20. Average ПТС 7.4. То есть вот мы видим, что в среднем парни за игру получали 7 ПТС. То есть у меня есть челы, которые там в комментариях писали: «Не, ну это скучно так играть! Это, ну это скучно так играть! А вот делать 5-6 киллов и умирать за игру — это прикольно!» — сказал человек, который, видимо, не понимает, что даже тир-1 игроки так не делают. Почему-то даже тир-1 игроки не делают по 5-6 киллов. Грубо говоря, умирают и идут в следующую игру. А зачем-то живут на лейт. Всяко этому парню виднее. Пацаны, если вас мотивируют подобные ролики, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте комментарии и используйте мой топ-тег, топ-кек, чтобы я проводил для вас больше кастомок, чтобы я анализировал ваши игры, чтобы, опять же, я делал видосы, потому что иначе придется на завод идти, как говорил мой дед. Спасибо, всем пока, до новых видео. No.